Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Ордена Ролеплей, Центральный Округ. У них здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить моих при регистрации. Итак, чуваки, сегодня мы поедем полностью тюнговать нашего Туарега. Он вроде и так фуловый, но я хочу на него, может, стробоскопы поставить, автолог, чтобы он прям был просто охуенный, полностью фуловый. Гидравлю, конечно же, ставить не будем, нитро здесь уже стоит. Поэтому его ставить не придется. Да, пацаны, я все еще болею. Это просто пиздец, реально. Это просто жесткий пиздец. Так очень трудно разговаривать, на самом деле. Просто горло болит. Наверное, на видосе не будет это слышно. Типа по голосу. Я смотрел видосы, то там не сильно слышно, что я болею. Но постепенно начинает голос пропадать, когда я много разговариваю. Поэтому вот такие вот дела. Так, зеленый, все, поехали. Так, натянуть надо Запорожец по-любому. Так, I8. Ой, I8, R7 за нами едет. Так, ну, он нас по-любому обгонит, в принципе. С ним тягаться нету смысла. Так, аккуратненько. Оп. Пусть обгоняет. Лежачая... Полицейские, конечно, жесткие. Бля, как же трудно реально разговаривать. Так, дружище, не нужно посмотреть тюнинг. Может, ты выйдешь отсюда. Так, давайте посмотрим сначала. Так, 120 тысяч, 190 тысяч, то есть тробоскопы. И надо посмотреть, у меня полный тюнинг или нет. Просто мне интересно реально. Полный ли у меня тюнинг? Так, наконец-то чувак отъехал, давайте попробуем посмотреть тюнинг, что у нас стоит. Ну да, у нас все по максимуму стоит вообще. Реально, просто все по максимуму. Тогда ставим стробоскопы, я думаю, и автолог ставим. И будет прям все шикарно. Так, я поставил, получается, стробоскопы и ставим автолог. Все, заебись. Правда, кейсик у меня пропал, но ничего страшного. Ничего страшного. Так, пробуем, короче, стробоскопы включить. Так. Да, все, поставилось. Короче, поехали, заправимся и немного прокатемся, может, по бездорожью на нем. Так, давайте проедемся по такой колее. Ну и да, ему, в принципе, пофиг этому Туарегу. Я не знаю, что здесь за моделька стоит. Ну, какая моделька здесь стоит. По колее еще по рельсам просто едет. Реально. Просто вообще спокойно. Можно... ездить по колее вот такой вот. Реально просто изи. Просто изи. Ну что ж, давайте еще где-то найдем место. Попробуем проехать. Посмотрим, какой он проходимый, либо или нет. Кстати, на самом деле я думал, он не фуловый у меня. А оказалось, что он фуловый. Это довольно-таки хорошо. Все, поехали, давайте. Еще куда-то заедем, попробуем его в деле. Давайте пробуем вот здесь проехать. Не знаю, у нас получится или нет. Кажется, здесь глубоковато. Но давайте, оп. Че, застрял? Все? Серьезно? Давай, ёпта. Да. Я думал, он проедет хотя бы. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I